Итого три звездных коллектива 90-х выступят в нашем городе 30 июня. Отличный подарок для старшего поколения. Что касается молодежи, то придется вновь танцевать под хиты давно минувших лет. Почему выбор чиновников уже который год не падает на более молодые популярные коллективы, эти и другие вопросы мы обязательно зададим Управлению культуры на традиционной пресс-конференции, которая пройдет уже в этот четверг. Привет, перезники! Это группа Чой! Поздравляем с Днем города. Ждем 30 июня на главной площади города. See you!